Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим автомобильный видеорегистратор от компании Stealth, модель DVR ST260. Данный видеорегистратор записывает в разрешение Full HD, имеет экранчик 2,3 дюйма и также поддерживает карты памяти до 32 гигабайт. Так, давайте рассмотрим комплектацию его. Здесь у нас находится сам видеорегистратор. Вот такой вот он форм-фактор. На передней панели находится камера, угол обзора которой составляет 120 градусов динамики. В верхней части разъем под крепление с контактной группой. Также кнопка Reset для перезагрузки. На тыльной части экранчик диагональю 2,3 дюйма, кнопки управления. На левой боковой грани аудио-видео выход, микрофон и слот под карту microSD до 32 гигабайт поддерживается. Также разъем на правой грани HDMI и мини-USB для подключения питания. На нижней части у нас есть серийный номер нанесен. Так, он полностью сделан из пластика, в принципе, пластик матовый вот такой вот. Так, далее у нас в комплекте идет крепление на присоске с поворотным механизмом. Также мы видим подключение для GPS имеется. И питание, в принципе, всего регистратора. Кабель USB для подключения к компьютеру. Также адаптер питания, прикуриватель. 5-метровый идет с индикатором. Программное обеспечение для компьютера на диске имеется. Также гарантийный талон и инструкция. Сейчас мы видеорегистратор подключим и пройдемся по его меню. Мы подключили видеорегистратор на питание и теперь давайте его включим. То есть, в принципе, сразу ясно, что оповещения здесь идут голосовые. В принципе, можно все настроить. В видеорегистраторе используются два режима. Это режим видеосъемки и режим фотосъемки. Для того, чтобы зайти в меню, нам нужно именно основное. Два раза нажать кнопочку M. Так, здесь мы можем выбирать язык. Далее настройка даты и времени, часовой пояс, для GPS нужно настройка громкости, форматирование карты памяти, сброс настроек до заводских, автовыключение видеорегистратора, автовыключение дисплея, настройка частоты света, ТВ-выход, то есть система PAL и NTSC и версия программного обеспечения. Для того, чтобы зайти в еще одно меню, нам нужно зажать кнопочку M и подержать буквально 1,5-2 секунды. Здесь у нас появляются дополнительные настройки. Здесь также можно настроить разрешение видеозаписи, баланс белого, эффекты разного типа можно настроить, также экспозицию, циклическую запись 2-5-10 минут или отключить ее полностью. Длительность ролика также настраивается, датчик движения, включения, выключения, ну, в принципе, да и все. При покупке видеорегистратора на него распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. Более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.